to our world, peace on earth too. Всем привет! Меня зовут Настя, и вы находитесь на канале, посвященном вязанию и теплым вещам, созданным своими руками. Сегодня я записываю первый предновогодний влог, маленький, коротенький, и на протяжении всего декабря я периодически буду появляться с маленькими роликами, в которых буду добавлять немножко настроения и рассказывать о том, как и чем себя порадовать, себя, близких, в предновогодние дни. Впереди весь декабрь, и это время было бы здорово посвятить каким-то приятным радостям и мелочам. И я записала уже два маленьких фрагмента распаковки своего пряжного адвента, и с радостью с вами ими поделюсь. Ну и давайте начнем с того, что поговорим о том, как сделать праздник в доме, как повысить себе настроение самыми простыми способами. Если вы сидите дома, у вас уже закрыты торговые центры, и почерпать извне довольно проблематично настроение, настроение себе можно создать очень простыми путями, начав с того, что, например, поменять заставку на своем телефоне, на мониторе, поставить какую-нибудь новогоднюю праздничную картинку, мелодию установить на звонок на телефоне, только не устанавливайте ее на своего босса, поставьте на своих друзей, близких какую-нибудь приятную мелодию, может быть, классику какую-нибудь, Фрэнка Синатра, например, песня о Рождестве. И это очень повышает настроение. Ну и как же еще повысить настроение себе? Я начала повышать настроение себе с того, что я надела предновогодний джемпер. Если вы его не связали, то ничего страшного, у меня вот этот самый-самый яркий, это покупной джемпер, но он очень теплый, и я прекрасно чувствую себя в нем дома. Конечно же, зажечь огоньки, зажигать свечи и устроить себе какие-нибудь приятные маленькие ритуалы. Например, еще можно весь декабрь краситься яркой красивой помадой, и тем самым, мне кажется, что в предновогодние дни даже если вы думаете, что красный цвет вам не идет, он поднимет вам настроение. Ну и всякие приятные маленькие мелочи, о чем еще бы хотела сказать. Я, например, заранее, за несколько дней до наступления декабря, посадила гиацинты в глиняный горшок. И для меня это, вот как раньше было в преддверии Нового года, покупка мандаринов, для меня высаживание гиацинтов в горшок и выжидание того, когда же они наконец зацветут, вырастут. Я хожу и каждое утро их проверяю, но пока они не дали. Это не дало никаких больших результатов, я купила луковицы и посадила их в землю, и слежу, и радуюсь им. Что еще можно, чем можно себя еще порадовать? Украсьте свой какой-то вязальный уголок, положите на него красивый плед, ну а о текстиле я вам еще в этом видео немножко расскажу. И потихоньку каждый день можно украшать дом и посвятить время вдохновению, в том числе каждый вечер, например, за чашечкой чая садиться и посмотреть на Пинтересте какие-то красивые подборки, подбирать потихоньку рецепты. Я думаю, что я на днях уже буду закупать ингредиенты для немецкого пирога Штоллен. В этом году он будет у меня такой прям очень настоявшийся, на коньяке. И вот в преддверии даже вот самого ощущения, что я его буду печь в этом году снова, меня невероятно радует. И, кстати говоря, что касаемо рецептов, в попыхах делать все перед Новым годом, конечно, не стоит. Можно весь декабрь радоваться и каждые, например, выходные что-то печь вкусное, ну и сезонность соблюдать, например,
какие-то пряные пироги печь, заварить пряный чай, самый простой пряный чай, который я очень полюбила, побывав в Азербайджане, это крепкий черный чай с веточками гвоздики. И это оказалось невероятно вкусно. Гвоздика есть в доступе у всех, попробуйте, если вы любите какие-то пряные чаи. Просто добавьте в чай пару зернышек, одно-два зернышка гвоздики. И еще что касаемо сезонности, конечно, ароматы, всевозможные ароматы для дома, и не только. Купите поднимающее настроение и вызывающий вас ассоциации Нового года гель для душа и пользуйтесь им весь декабрь, это, поверьте, тоже поднимет вам настроение. Ну и я немножко расскажу про свой адвент. Мой адвент лежит вот в таком вот мешке. Мне мама сшила мешок, прислала в подарок, и в этот мешок поместился мой адвент-календарь. Вот так вот он выглядит, он у меня в двух частях. Он один, часть в пакете вот в таком вот из органзы, и еще есть вторая часть, которую я собираюсь открыть в самом-самом конце. Ну и буду держать вас в курсе каждый день, как продвигается раскрытие мешочков. Я вот даже подумывала в какое-то специальное место красиво складывать каждый новый открытый моточек и потом уже придумать, что же из этого сделать. Вот такие вот дела. Ну, а еще пара традиций. Можно каждый год покупать одну новую елочную игрушку. Я в этом году купила вот такую вот железную, чему несказанно рада. На ней я остановилась, и она отправится в качестве новинки на мою праздничную елку. Я вам желаю прекрасного настроения, пусть декабрь будет волшебным, несмотря ни на что, повышайте настроение себе и своим близким. Ну, а мы увидимся с вами уже скоро в новом предновогоднем видео. Пока-пока! Привет, друзья! Сегодня на дворе 2 декабря, и не знаю, кто как и в какое время открывает свои пряжные адвенты, а я решила открывать с утра, чтобы настроение было на целый день после. И мне приехал адвент от моей подписчицы из Москвы, я знала, от кого он приедет. И адвент вот в таком вот мешочке. И еще есть один второй мешочек, отдельный. Я думаю, что я его в самом конце открою, буду держаться, потихоньку открывать. И давайте посмотрим. Откроем первый, посмотрим, что там. У меня невероятное солнце светит, и можно подумать, что не декабрь на дворе, но это действительно так. Так, у меня еще шатается камера, я в пижаме сижу на кровати. И мне кажется, что это самое замечательное время для открытия чего-то приятного. Так, что у меня? Какой красивый моточек! 375 метров на 150 граммов. И это носочная пряжа! Очень красивый, такая жизнерадостная расцветка. Оранжевый, желтый. Я такие цвета очень сильно люблю. Посмотрите, какая красота. Вот такая красота. Ну, посмотрим, что будет в адвенте завтра. С чем я это смешаю? Посмотрим. Пока не могу сказать. Возможно, и на носочки буду использовать. У меня же теперь есть пряжа однотонная, так что я могу приспособить и маленькие моточки, например, в жаккарде. Отличное начало дня, огромное спасибо, я очень-очень рада. Красота! Привет, дорогие друзья! Сегодня утро 3 декабря. И я теперь по новой традиции буду появляться рано утром. Я еще лежу в кровати, выпила свою чашечку кофе. Возможно, сейчас немножко повяжу. Рядом сидит Лу.
потому что он такой пушистый, теплый, я люблю обниматься с ним с утра. И сейчас будем открывать второй конвертик адвента. Вот тут вот они лежат, кстати, в очень красивом, в очень красивом. Смотрите, ну снова на сочной пряже, какая радость. 420 метров на 100 граммов. И цвета такие красивые, зеленый, сиреневый, там еще проглядывается малиновый. И еще зеленый. Красота. 85% шерсть, 25 PA. Потрясающе. Я думаю, что мы с вами потихоньку будем в этих влогмасах смотреть идеи, чего можно связать из маленьких моточков. Если у вас тоже будут идеи, пожалуйста, поделитесь со мной, я буду очень-очень признательна. Вот пока думаю, либо это будут носочки, либо это может быть какая-нибудь игрушка новогодняя будет. Вот этот цвет, мне кажется, очень на игрушку подходит, на какой-нибудь маленький пиджачок для зверя, например. Ну, посмотрим. Если это будет игрушка, я вам сейчас вставлю фотографии классных игрушечек, малюсеньких. Я уже показывала их в подборке, но напомню, потому что я в одном аккаунте в Инстаграме наткнулась на очень-очень разных их, и мне кажется, они очень милые. Так что вот такой вот второй день адвента моего. Прекрасно, я очень рада. Я думаю, что, может быть, там еще носочная пряжа будет. Для того, чтобы уже с самого декабря было праздничное настроение, нужно его устраивать какими-то очень простыми, но приятными мелочами. У меня, например, есть специальное новогоднее постельное белье. Оно очень теплое, оно такое, как из байки, потому что у нас холодно и теплое-теплое одеяло. Мне кажется, что я когда просыпаюсь и выглядываю из-под этого одеяла, у меня уже сразу прекрасное настроение. Ну и еще я как-то упоминала даже в одном из роликов, что несмотря на то, что я придерживаюсь минимализма, у меня есть сезонные покрывала. И сегодня я достала покрывало вот такое вот, оно тоже теплое, толстое, очень красивое и очень праздничное. Мне кажется, оно еще больше придает настроение. Так что пора доставать всякие приятные, красивые предновогодние текстили, украшать дом. Love, we made time, but why does it change?